Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев ознакомился с ходом ремонтных работ на Ридерской ТЭЦ. В этом году плановые работы на объекте стартовали в мае. После ремонта планируется снижение износа станции на 17%, тепловых сетей на 10%. Общая стоимость ремонтных работ на Риддер ТЭЦ превышает 5,5 миллиардов тенге. На сегодняшний день износ основного оборудования составляет более 60%. По данным представителей станции, запланирован ремонт котлов и вспомогательного оборудования. Будет проведена замена и ремонт теплосетей на 55 участках. Сейчас выявлены основные аспекты – это поверхности нагрева в котельном цехе, так и котловик газ станционного 1, 2, 4, 5. Также идет в ремонт вспомогательного оборудование. Это барабаны шаровой мельницы, дымососы, мельничные вентиляторы, дутевые вентиляторы. По турбинному цеху у нас также имеется ряд замечаний. Это турбоагрегаты станционного номера 1-4, на которых будет проводиться капитальный ремонт. Глава региона Ермек Кошербаев во время рабочего визита в Ридер ознакомился с ходом ремонтных работ на ТЭЦ. Они думают, что здесь если какое-то давление увеличишь, и там в квартире сразу тепло стало. Вот такого не бывает. Надо готовиться к зиме. Согласно данным, в ремонте будет задействовано порядка 500 человек. В настоящее время запросили полностью список поставки материалов уже от подрядных организаций, которые будут задействованы здесь. Часть персонала дислоцируется, в количестве 16 человек уже персонал ТО «Димстрой» задействован у нас здесь на территории станции. Ожидается на неделе порядка 32 человек с увеличением до 500. Отметим, в прошлом году была обновлена электропроводка, отремонтирована железная дорога, по которой идет доставка угля и мазута на ТЭЦ. Также специалистами выявлены проблемные участки, которые включены в план текущих ремонтных работ. Алия Симбинова, Каракаджах, Сылык Кызы, Ельнур Нурайканов, Алтай Акпарат.